Вы знаете, я думаю, что вот этот новый закон об ужесточении наказания за хищение бюджетных средств не очень сильно поможет. По той простой причине, например, что самое большое наказание за нарушение правил дорожного движения – это смерть. Причем тут же и сразу. И наивно думать, что людей, которых не пугает смерть, испугает штраф, например, да? Даже не уголовное наказание, а простая административка. Также и здесь. Люди стоят перед выбором продолжать им какую-то серую, скучную жизнь, когда вокруг такой яркий мир красок, или рискнуть и взять все. И вот это ужесточение наказания, оно несколько сужает чуть-чуть, да, круг тех, кто готов рискнуть, но не ликвидирует его полностью. Как известно, в некоторых странах расстреливают за наркотики. Там, мы знаем такие страны, да? И все равно наркомания там процветает, увы. Потому что всегда находятся люди, готовые рискнуть своей жизнью для того, чтобы что-то выиграть. 5 минут на дороге или там 20 миллионов долларов в жизни –